Сьогодні ми зібралися, у нас така подія цікава, такої ще не було, я скажу точно. А чим вона така цікава і чого саме не було? Тому що сьогодні ми представляємо цікаві книги і хочемо представити цікавих авторів цих книг. І ці книги, вони розглядають досить рідкісні теми. Питання виникнення підземних об'єктів нашого міста. Добрый день, дорогие друзья. Я не боюсь этого слова, друзья. Сегодня мы собрались по поводу презентации двух книжек, которые мы написали с Дмитрием. Это «Подземная Одесса» и «Две тайны Хаджибея Одессы». После презентации каждый будет иметь возможность получить в подарок вот эти замечательные книжки. Небольшой, скажем так, был ограниченный тираж, поэтому каждый сможет выбрать только, несмотря на то, что их две книжки, по одной книжке. Некоторые товарищи уже имеют по одной книжке, поэтому я надеюсь, что всем хватит. Если кому-то не хватит, значит мы договоримся и получит в личной, при личной встрече. Теперь о теме книг. Проект создания книг «Подземная Одесса» возник у меня, у нас с Дмитрием давно. Потому что все знают, здесь мы с большинством знакомы и по работе, и как друзья. Наша проектно-изыскательская организация занимается таким видом изысканий, как геология и проектирование. При выполнении геологических изысканий постоянно приходится сталкиваться при бурении скважин с какими-то подземными объектами. Даже если мы не сталкиваемся напрямую с подземными объектами, нам приходится под проектируемыми объектами надземными что-то изучать, что находится под землей. В процессе изыскания, в процессе бурения вместе с, скажем так, знатоками подземных объектов, это специалистами Одесского университета, строительного института, мы проводили съемки подземных объектов, проводили технические обследования, каменоломен, часто попадались пещеры, дренажная система городская, ливневая, канализационная система. За все это время у нас накопился очень хороший, богатый, такой добротный материал. Несколько раз мы пытались вывести эту тему, проект «Подземная Одесса», на городской уровень. Были написаны письма в свое время Костучеву, Труханову с обоснованием необходимости создать группу для изучения этих подземных объектов, систематизации этих подземных объектов. И это было бы большое подспорье, большая помощь для строителей, потому что прежде чем выбрать местоположение объекта, если потенциальный инвестор будет знать, что находится под землей, ему будет легче принять какое-то решение, брать этот земельный участок или не брать этот земельный участок. Но кризисы постоянные и дело до создания группы и такой-то самой системной работы, коллективной, так и не получилось. Нами с Дмитрием было принято решение, что пора самостоятельно выпускать эти материалы, которые у нас накопились, тем более мы создали систему, мы создали коллекционную таблицу подземных объектов города, разделили на блоки по генезису, по классам, по подвидам, элементы подземных. Эта таблица у нас составлена, она есть в книжке. И исходя из собранных материалов, мы разделили весь полученный материал на 4 блока, 4 тома. Потому что материалов очень много. Подземной Одессой практически, за исключением каменоломен и за исключением пещер, практически никто не занимался. Материалов очень мало по этим объектам. Материалы разрознены, информация разбросана по отчетам геологическим, геодезическим отчетам, технические отчеты где-то в проектных институтах и так далее. Поэтому стала настоятельная необходимость все это дело собрать и опубликовать, чем мы и, в принципе, занялись. В общих чертах кратко я расскажу о каждом из блоков подземных объектов согласно нашей классификации, и потом общее содержание первого тома и общее содержание книги «Две тайны Хаджибея Одессы». По блокам. Самыми древними подземными объектами Одессы являются естественные пещеры. Пещеры были найдены в процессе выполнения подземных работ по добыче известняка в каменоломнях. Периодически строители натыкались на огромные трещины, огромные пещеры, не понимая толком, что это такое. Ругались, конечно, матом и обходили эти трещины и пещеры стороной, продолжая добывать известняк. Практически до 60-х годов 19 века в литературе не встречается упоминаний, описаний о карстовых пещерах Одессы, потому что строители и люди, которые добывали камень, не очень афишировали это дело и, в принципе, не понимали генезиса этих объектов. Озаботились этой проблемой специалисты только тогда, не только когда, а когда стала необходимость описывать найденные палеонтологические останки в этих пещерных образованиях. Специалисты считают, что первым местоположением плиоценовых останков, это пещерных медведей, носорогов и прочее, является Карантинная балка. У Строгановского моста в Карантинной балке в свое время прорезалась, с правой стороны балки прорезалась водоприемная галерея, которая должна была принимать воду и спускать ее в порт для погрузки пассажирских судов, военных кораблей. И в процессе копки этой траншеи у Строгановского моста был найден под известняком были найдены большие кости, которые были классифицированы как палеонтологические останки плиоценового периода. Работы были приостановлены. Профессор Одесского, заведующий тогда ботаническим садом Нордман провел определенные раскопки, обнаружил огромное количество останков плиоценовых животных, были опубликовано несколько статей на эту тему, но мы обнаружили в литературе, что в принципе не в 1846 году, в 1728 году археолог Бларамберг обнаружил подбой в береговом обрыве нового бульвара, это Приморского бульвара, и в 1928 году впервые были найдены вот эти ископаемые кости. Дальше в тарасовских каменоломнях буквально через год также были найдены плиоценовые остатки, плиоценовых животных. В принципе, небольшое затишье, и только в 1929 году было одесским чекистом Тимофеем Грицаем было обнаружено так называемая на сегодняшний день именуемая заповедная пещера в районе Михайловской площади на Молдаванке. История, конечно, дает несколько версий нахождения, открытия этой пещеры. Одна из версий, конечно, интересная, такая бандитская, она не является правдоподобной, что чекисты, преследуя одного из бандитов, загнали его в тупик, просили помощи своих коллег-чекистов, пока отряд подошел в каменоломни, забой оказался пустым. И по одной из трещин, по одной из пещер этот бандит ушел в другие каменоломни. Но это такая бытовая версия, есть газетные и воспоминания этих самых очевидцев. С Грицаем в пещеры и в катакомбы постоянно ходили корреспонденты одесских газет, все документировалось, и это нахождение, это открытие было, так сказать, достаточно будничным. В одной из трещин, заполненная краснобурой глиной, были обнаружены огромные кости, которые были извлечены, доставлены в археологический музей и в университетский, на кафедру геологии в университете. И было определено, что это действительно такое самое большое в Евразии залежи останков животных плиоценового периода. Не буду детально говорить, но это медведи пещерные, это гиены, это пищухи, это всевозможные эти самые, даже верблюды, то есть весьма разнообразное и многолетнее скопление плиоценовых животных плиоценового периода. Также в некоторых пещерах Одессы менее значимые находки. Это в пещере Наталиной, в пещере это самое, Одинцовской, небольшие залежи плиоценовой, остатки животных плиоценового периода. Недавно, совсем недавно, как я считаю, лет 20 тому назад, был обнаружен подбой в Военной балке в процессе сноса старого здания и проектирования нового здания. В боковой стене Военной балки, в левой стене Военной балки были обнаружены также кости ископаемых животных, пещерных медведей. Присутствующий здесь Константин Константинович сделал очень серьезное описание с Игорем Сапожниковым. Да, с Игорем Сапожниковым они сделали очень серьезное описание этой находки, но в процессе строительства каждый строитель старается все это дело замылить, чтобы это не было известно никому, для того, чтобы можно было продолжить стройку. На сегодняшний день в Одессе существует 71 пещера, 68 из них более-менее детально описаны, 3 находятся в процессе обработки. Наиболее протяженная пещера в Одессе является протяженностью 1400 метров. Вторая по протяженности это пещера Натальина, 1200, ну, с небольшим метров. Многие пещеры, порядка 7 пещер, имеют протяженность 300 метров и так далее. Очень хорошо описал техническую часть этих пещер, тоже не буду, так сказать, стесняться говорить, что это сделал Константин Константинович Пронин в своей монографии пещеры Молдавско нет, пещеры Причерноморско-Азовского и Молдавско-Подольской карстовых областей. Книга очень достойная, очень много и достойно описана пещера Одессы. О пещерах не буду, потому что тем много. Вторая тема наша – это каменоломни Одессы. Казалось бы, о каменоломнях столько сказано, что столько написано, что нету новых тем, нету невозможно выполнить новые открытия и прочее. На сегодняшний день в Большой Одессе, это Одесса и близкие пригороды, насчитывается 105 каменоломен и каменоломенных районов. Каменоломни – это локальная каменоломня, а каменоломенный район – это объект, состоящий из нескольких когда-то локальных каменоломнях, сбитых с бойками между собой и являющихся, так сказать, одним общим подземным объектом. В нашей книге описаны практически, почему иначе наша книга «Подземная Одесса» еще называется «Энциклопедией подземных объектов Одессы». Потому что, как абсолютно все пещеры были описаны, каждая имеет свой раздел, каждая имеет свои морфологические, морфометрические данные, так и каменоломни. Мы собрали абсолютно по всем пещерам, по всем каменоломням информацию, создали очень много новых схем, подняв старые архивы, подняв, так сказать, отчеты других организаций, особенно при Черноморской экспедиции, они очень много работы делали. Поэтому по каждой пещере, по каждой каменоломне дано хорошее техническое и, самое главное, историческое обоснование, историческая преамбула. Большинству каменоломен мы дали названия, кроме названия, которые есть в коллекционной таблице, мы дали название хозяев этих каменоломен. В литературе и в архивных материалах, в принципе, можно было все это обосновать, и мы дали это все в нашей книге имена хозяев каменоломен города Одессы. Две вещи по каменоломням. Очень сложный вопрос, несколько там моментов, я еще, наверное, вернусь сейчас к ним, но очень интересный вопрос, кто и когда впервые одесское каменоломни назвал катакомбами. У нас сейчас в Одессе, в принципе, бытует такое общее название – катакомбы. До 1860 года во всей литературе, в отчетах, в постановах там, Горсовета, Думы и прочее, фигурирует слово «каменоломные мины». Были домовые мины, это грунтовые, сейчас они в двух словах, и каменоломные мины. Каменоломные мины или каменоломни – это именно те каменоломни, о которых мы сейчас с вами беседуем. Это подземные галереи, в которых добывался пильный известняк для строительных нужд, для строительства. Поэтому где-то до 60-х годов, 1860 года, каменоломни назывались каменоломнями и каменоломенные мины. Впервые термин «катакомбы» применил наш геолог Барбот де Марни. Родился он в Пензе в семье французских подданных, выходцев из Франции. Там же закончил получил горно-техническое образование, занимался геологией калмыцких степей, занимался геологией Подолья, занимался геологией Галиции, Волыни, Херсонской губернии. И так получилось, что в 1860 году его отправили в командировку в Италию, Германию и во Францию. Именно в 60-е годы во Франции, в Париже, собственно, стоял вопрос о изменении генерального плана города. Была необходимость в строительстве новых площадей, дорог, улиц, проспектов, а площадей свободных не было. Зато было обнаружено огромное количество старых кладбищ на территории центра Парижа и ближайших окрестностей. И возникла замечательная идея перезахоронить остатки людей, перенести кости, черепа, перенести в подземное пространство, в подземное каменоломни Парижа. На протяжении где-то 5-8 лет эта работа была проведена, кладбища были разрыты, освобождены места для строительства домов, административных зданий и так далее. В пещерах, не в пещерах, в каменоломнях Парижа были созданы такие чуть ли не музейные комплексы. Залы были разукрашены всевозможными сценами из священных писаний, кости, черепа были сложены амфитеатром, какими-то, так сказать, фигурами и прочее, прочее. В самых отдаленных уголках каменоломен можно, конечно, найти просто разбросанные кости, но в целом очень живописно все это сделано на фоне картин, на фоне красиво оформленных залов. Поэтому и сейчас эти участки, где находятся захоронения, действительно можно назвать катакомбами. Часто сравнивают наши одесские катакомбы с римскими катакомбами, с парижскими катакомбами. Хочу, так сказать, и мы внесли ясность в это понимание, что у нас в Одессе это каменоломни. Точно так же в Париже есть каменоломни, где добывался строительный камень. И только часть каменоломен Парижа протяженностью 1,5–1,7 километров являются на сегодняшний день катакомбами, местами захоронения людей. То есть есть каменоломни в Париже 280 километров, из них 1500–1700 метров являются катакомбами. Точно так же сравнивают наши каменоломни с римскими каменоломнями. Протяженность римских каменоломен порядка 900 километров. И в 60 местах есть точно такие же захоронения, как в Париже. Эти 60 локальных или 60 участков римских каменоломен составляют 170 километров катакомб. То есть при наличии 900 километров каменоломен, катакомб в Риме только 170 километров. Наша протяженность наших каменоломен считается 2500 километров. Раньше, так сказать, подвергалась критике эта цифра, потому что, ну, вроде бы очень большая протяженность одесских каменоломен с пригородами. Более-менее информация есть о 1700 километров. Но по мере открытия новых районов, таких как Авангард, недавно вот Константин Константинович сделал буквально детальнейшую карту каменоломен Авангарда с Ощепковой, с автором. По мере открытия участков Фоминой балки становится, ну, менее критичной эта цифра в 2500 километров. Скорее всего, рано или поздно специалисты выйдут на эту цифру. О каменоломнях можно много рассказывать, но у нас еще ряд тем, которые тоже интересны. Следующая глава после каменоломен. Кстати, о каменоломнях я вернусь. Несколько таких хороших открытий мы с Дмитрием опубликовали. Считалось, что пилить одесский известняк начали в 1830 году, когда из Англии привезли пилы для пиления известняка. До этого использовался тесанный камень. Но мы обнаружили документы, которые говорят о том, что уже в 1796 году уже при добыче известняка на борту Куяльницкого лимана, нет, не Куяльницкого, Хаджибейского лимана, уже использовались пилы, потому что есть документ, утверждающий, какого размера должны быть пильные блоки, сколько нужно выпилить, по какой цене продать и так далее. То есть до 1794-95 года использовался тесанный камень, то есть выламывался кусок известняка, с помощью топора обрабатывался до нужных форм и использовался дальше для строительства. Деволан в 1993 году писал, что мы хорошо поработали и были выстроены 6 казарм из тесаного камня. То есть это говорит о том, что в 1993-1994 году еще использовался тесаный камень, пилы начали использоваться в 1995-1996 году, еще 18 века. Нами локализованы и открыты местоположения двух турецких каменоломен, о которых еще до сих пор никто толком ничего не знает, не было описания об этом. Первая турецкая каменоломня находилась в Кирпичном переулке. Там была небольшая лощина, была татарская деревня Онина, и там же добывался известняк очень долго для строительства Хаджибея. Здесь находилось, мы думаем, что у нас на территории Одессы находился один населенный пункт, татарский Хаджибей. На самом деле их было очень много, ну, достаточно много. Селение турецкое, татарское было в устье Аркадийской балки, в устье балки на 10-й станции Фонтана, которая уходит на 13-й станции, и один из населенных пунктов татарских был в Кирпичном переулке. Называлась она Онина. И там же находились первые турецкие каменоломни. Об этом есть у Деволана описание в отчете к топографической карте Одесского градоначальства. Вторая турецкая каменоломня находилась на сегодняшнем, скажем, улице Энгельса, как сейчас называется? На Морозлиевской, в районе Морозлиевской, там Женский монастырь, Михаил, Свято-Успенска, как? Архангел Михаила, да. Там находилась вторая каменоломня. Это мы обнаружили и задокументировали, описали две первые турецко-татарские каменоломни. Также в этой книге мы описали местоположение первых послетурецких каменоломен, которые находились в парке Шевченко, рядом со строящейся русской крепостью, земляной крепостью. О каменоломнях достаточно. В двух словах о минах. Следующий такой интересный объект, подземный объект, являются наши... Дмитрий пришел. Являются подземные мины. Подземные мины – это подземные галереи, которые выкапывались практически из подвалов домов. Первые мины начали появляться под торговыми магазинчиками, под торговыми точками. Одной из первых торговых площадей у нас была, это торговая площадь на Вольном рынке. Это сегодняшняя, там где наш казак находится, улица, скверик называется как? Да, Старобазарный сквер. На Старобазарном сквере это Вольный рынок был, по периметру были розданы участки земельные размерами 10 на 10 метров. Быстренько они были застроены павильонами и капитальными магазинчиками. Называлась торговля практически с колес, потому что в 10 на 10 метров нужно было разместить и прилавки, и товары, продавать. Было очень тесно, и торговцы быстренько сообразили и начали углубляться вниз. Практически за очень короткий отрезок времени, на границе 800-го года, были выполнены подвалы под каждым магазинчиком. Но и подвалы тоже очень быстро наполнились товарами и начали копать во все стороны подземные галереи, так называемые мины, в которых хранилась скоропортящаяся рыба, мясо, ну и другие сыры, и другие товары. Практически каждый рынок, не только Вольный рынок, но и Северный рынок, это Греческая площадь нынешняя, и Херсонский сквер, Херсонская торговая площадь, это Новый рынок, они практически все подработаны минами. Где-то в 1810-1820 году начались, за это время почва сверху намокла, и мины начали проваливаться. Городские власти озаботились этим вопросом, начали выявлять местоположение мин, запрещать строительство мин. Было выполнено несколько квалификационных табличек по минам. Мины, которые обложены камнем, они должны были остаться в пользовании. Мины, частично не обложенные камнем, должны были либо затампонированы, либо достроены. И были мины, которые не задействованы, не обложены камнем, которые требовали срочной засыпки. Но одесситы есть одесситы, они быстренько сообразили. Привходовое пространство было обложено камнем, ставилась стенка. Когда проходили эти периодические комиссии, эта стенка существовала, когда же комиссии заканчивались, стенка убиралась, и в это пространство применялось для складирования товаров, для складирования утвари и прочее. Проблемой с минами стала очень серьезной со строительством водопровода Ковалевского. Потом в 1873 году вступил в строй Днестровский водовод, начала периодически проваливаться почва, потому что пошли утечки водопровода, и это стало серьезной проблемой для города. Эти подземные мины, которые трещали дома, трещали административные здания, провалы постоянные были. И город до сих пор борется с этим явлением, заставляет Управление инженерной защиты территории тампонировать, заставляет выявлять мины. Но на сегодняшний день практически под каждым домом в Одессе существуют подвалы и существуют мины и отминки. Следующий блок, такой, который мы описали с Дмитрием, это ливневые лотки, ливневки, ливневая канализация, Буду очень краток, потому что это самое, тем много, и не хочется загружать вас пространными такими рассуждениями. Первоначально дождевые воды спускались по рельефу в Военную балку, Карантинную балку и в Казачью балку. Карантинная балка в первые годы существования Одессы называлась Южной балкой, Военная балка Северной балкой, и Казацкая балка это Балковская улица или Водяная балка. по рельефу. Постепенно начали вдоль дорог, которые замощены были известняковой жерствой, начали строить грунтовые канавы, которые также уводили дождевые воды в эти три балки и просто в открытое море. С первым крытым лотком, дождевым лотком, отводящим воду в Карантинную балку, стал более-менее полноценный дренажный такой лоток, который идет по Портняжей улице или Ланжероновской улице от сегодняшней площади, Театральной площади до Карантинной балки. Где-то 1806-1807 год. Там на месте, где сейчас галерея Героев труда, где там звезды напротив оперного театра, там стоял в свое время дом турецкого паши, еще в татарский период. После этого один из первых домов генерала Волконского там, генерал Волконский там размещал свой дом, и поэтому, как великосветские вельможи или высокопоставленные вельможи, возле его дома была отведена вода в Карантинную балку. Потом этот дом был передан купцу Рено, после этого Ланжерон сделал этот дом своей резиденцией, а во время Великой Отечественной войны этот дом был, в него попала бомба, и он был разрушен и не восстанавливался, на сегодняшний день не восстановлен. Это первый водоотводной лоток был. Второй водоотводной лоток по времени в 1815 году был построен по Водяной балке от Греческой площади до по Военной балке до моста. С правой стороны дальше продолжалась грунтовая канава. И третий лоток, закрытый лоток, был выполнен в средней части Карантинной балки. Практически к 1890 году было построено практически по всей центральной части были построены крытые водоотводные лотки, канализация и построены низовые коллектора по Приморской улице, и вода была отведена, и канализация были полностью отведены на поля орошения. В 1890 году считается годом строительства, завершения в основном одесской канализации, и Одесса стала четвертым городом в империи, которая имела такую полноценную канализацию. Это Варшава, Киев, Ялта и Одесса. Там много интересных еще моментов, когда у нас общесплавная канализация центральная. Это и фекальные воды, и дождевые воды идут все вместе. Разрешалось... Ладно, это слишком подробно. Следующая тема и глава – это дренажные галереи. На сегодняшний день все более-менее знают о дренажных галереях противоползневой системы. Это дренажная галерея, которая идет в первую очередь от парка Шевченко до Аркадийской балки 6 километров, 6,2 километра, потом от Аркадийской балки до Большофонтанской балки, это 5 километров, и участок 1,2 километра в районе мыса Большой Фонтан. Было построено шахтным способом протяженная галерея диаметром 2,2 метра, составлена из бетонных тюбингов, которые были привезены с северных городов. И От этой дренажной галереи, которая идет вдоль берега, в море были спущены штольни. На сегодняшний день существует 11 новых штолен, тоже круглого диаметра из тюбингов, и 2 штольни старого еще до революционного периода. Это так называемая штольня СРЗ и Лермонтовская штольня. Все знают об этих штольнях, но мало кто знает, что впервые первая дренажная галерея была построена в 1830-х годах, когда строилась гигантская лестница, которая сегодня называется Потемкинской лестницей. В период строительства строили Потемкинскую лестницу практически без проекта. Так это по эскизным чертежам, эскизному рисунку, и в процессе строительства в котлован постоянно заливался, и что представляло очень большие сложности для строителей. И было принято с левой стороны от гигантской лестницы, была в известняке прорублена дренажная галерея, воду спустили вниз к подножию лестницы, быстренько осушился котлован, внизу было создано большое озеро, там даже хотели сделать фонтан, потому что вода была очень бурная, но потом ее все-таки спустили в море. На сегодняшний день, к сожалению, эта дренажная галерея одна первая считается, местоположение ее утеряно, хотя есть, так сказать, предпосылки, есть кое-какие мысли, идеи, они описаны в книге, где она может быть, эта дренажная галерея. Следующая дренажная галерея была выполнена на мысе Большой Фонтан. В 1830 году там впервые был устроен маяк, и к 1880 году вплотную обрывы стали подвигаться к этому маяку. Стала угроза обрушение маяка в море, и городские власти приняли решение построить дренажную галерею поперек мыса Большой Фонтан. Была прорублена эта галерея, она была высотой 8 метров, практически прорезала весь известняк, но нужного эффекта она не дала. Пришлось несколько раз вглубь переносить Одесский маяк. Несколько галерей, была выполнена серьезная галерея дренажная под инфекционной больницей, дренажная галерея по улице Посмитного, дренажная галерея Нарышкинского спуска. То есть целый ряд галерей нами описаны, которые еще практически не было в литературе, и более-менее подробно описана дренажная галерея этого самого противоползневой системы. Следующий блок — военное инженерное сооружение. Тоже скажу очень кратко, мы описали только те военные инженерные сооружения, которые на сегодняшний день не действуют, которые на сегодняшний день не подлегают реставрации или восстановлению. Это 3 подземные объекты 3 береговых батарей стационарных. Это береговая батарея стационара номер 1 на Сухом Лимане, береговая батарея на мысе и береговая батарея на 8-й станции, 8-й станции Фонтана. Практически каждая из этих 3 батарей имела 3 блока береговых с подземным пространством, с галереями, соединяющими, паттернами, соединяющими эти блоки, орудийные блоки. И отдельно были вынесены командные пункты, отдельно были вынесены наблюдательные пункты. На сегодняшний день на мысе я еще успел застать ее, эту батарею видел, но со временем она обрушилась вниз. Первая береговая батарея, которая находилась на территории авиационного военной части, которая на сегодняшний день городок, вот этот дачный городок Савиньон-1. Там были разрушены 2 блока орудийных, и один очень долго сохранялся, и когда человеку выдали акт на землю, и он собрался там строить свой замечательный коттедж, очень долго пилами, этими самыми отбойными молотками пытались вынести эти все сооружения, но настолько качественно все это было сделано, и пришлось вызывать военных, они с помощью взрывов, по крайней мере, разрушили поверхностную часть. Там по первой батарее сохранился командный пункт и прожекторный пункт, который находится на территории нашей любимой базы отдыха Одесского университета. В свое время были выданы госакты частникам, и там, где находится прожекторная станция и командный пункт, на сегодняшний день частный дом стоит, а наверху на бетонном основании находится пулемет «Максим», стоит и смотрит в море. Две очень мощные батареи, это 411 и 412 батарея, имеют тоже орудийные подземные помещения. Отдельно стоит блок дизельный, который находится за музеем 411 батареи, и отдельно стоял блок подземный, водопроводный, водокачка и прочее, который находился на территории очистных сооружений. И самое интересное, сохранилась 900-метровая патерна в хорошем состоянии, которая вела от батареи 411 к береговому обрыву. Там на береговом обрыве стоял командный пункт, наблюдательный, стоял дальномер. Этот объект сохранился, он находится на территории заброшенного пионерского лагеря. Буквально в 70-е годы я видел и фотографии, и в принципе знаю, полусфера, металлическая стальная полусфера толщиной 12 сантиметров, была каким-то чудесным образом спилена и сдана на металлолом. Но объект подземный сохранился. Также сохранился объект на 412 батарея. Правда, он полностью затопленный. При отступлении и эта батарея, и та батарея были взорваны. И поэтому подводные поиски очень опасны, подводные изыскания очень опасны, потому что арматуры, металл, но тем не менее пытаются изыскать, найти это как подземное помещение на этих двух объектах. Мы составили и там карту и подземных объектов, и карту паттерн, и на 411, на 412 батареи составили схемы всех трех батарей. Кроме батарей есть интересные объекты, это ядерные бункеры, это на Молдаванке называется бункер Калинина, бункер Осипенко по названию улиц. Это, так сказать, условное такое название. Интересный объект от артиллерийского училища, которое находится на, скажем так, на Артиллерийской улице, до железнодорожного вокзала в свое время, в царское время, было проведено подземный туннель диаметром порядка 8 метров, где можно было, он прямой как стрела идет к товарной станции, где можно было разминуться батарею с 4 лошадьми, орудие с 4 лошадьми везти туда, и развернулось со встречной упряжью из 4 лошадей, которые можно было орудие завозить прямо в арт-училище. Это было для скрытия, для скрытого передвижения. Все. Есть гражданские сооружения, тоже они описаны, есть точечные сооружения, есть линейные сооружения. Очень много таких интересных вещей, но о подземных объектах я закончу, потому что хочу в двух словах еще сказать о истории Одессы. Преамбулой или первой главой подземной Одессы в свое время мы написали раздел «Как все начиналось». То есть начальная история Хаджибея Одессы должна была быть в начале всей этой книги. Перед войной, буквально в 2020-2021 году, очень интенсивно начали появляться публикации двух ученых о местоположении Хаджибейского замка. Это турецкий Хаджибейский замок, который был в 1779 году штурмом взят войсками Дерибаса и украинскими казаками. Вот местоположение этого замка до сих пор дискуссионное. Красножон, профессор Игорь Сапожников дискутировали, буквально каждый месяц появлялись новые статьи, где же находится замок, турецкий замок Хаджибей. Красножон настаивал на том, что у него замок находился на территории Воронцовского дворца. Сапожников же настаивал на том, что замок находился в районе Думской площади между памятником Пушкину и городским этим самым думой, городской думой. С каждым годом, с каждой следующей статьей у Красножона смещалось местоположение замка в первых домах, вторых, третьих домах, в пятом доме. У Сапожникова в эту сторону тоже смещалось к центру Приморского бульвара. Андрей Красножон провел 3 экспедиции по поиску остатков Хаджибеевского замка, но так не нашел остатков Хаджибеевского замка ни возле 3-го дома, ни возле 5-го дома, а и возле 1-го. 1-й, 3-й, 5-й. И когда я понял, что следующие раскопки будут уже возле памятника Дюку де Ришелье, мы приняли решение, что нужно опубликовать все-таки наши изыскания по этому вопросу. Они уже у нас давно были выполнены, и мы опубликовали книгу «Две тайны Хаджибея Одессы», где картографическим методом доказали, что Хаджибеевский замок находился на полуциркульной площади, то есть именно там, где находится сегодня памятник Дюку де Ришелье. Мы подобрали 10 карт, старых карт, на которых есть значок Хаджибеевского замка, закоординировали основные элементы рельефа, растянули или уменьшили карты, перевели все в единый масштаб. И, в принципе, как мы и предполагали, значок Хаджибеевского замка лег именно там, где начало Потемкинской лестницы или расположение нашего замечательного памятника Дюку де Ришелье. К этим географическим данным мы собрали полностью литературные данные, составили таблицу даже изучения и локализации Хаджибеевского замка, разделили периоды на 3 периода. Первый период был до 1830 года, когда были живы еще очевидцы. Четко и ясно они рассказывали, локализовывали турецкий замок именно там, где мы сейчас его и определили, возле памятника Дюку де Ришелье. После этого стал уже такой литературный период, когда краеведы, литераторы, каждый по-своему интерпретировал местоположение этого замка, и он гулял практически от дворца Воронцова до Думской площади по этому самому, по Приморскому бульвару. Мы подобрали литературу, подобрали, так сказать, данные очевидцев, рассказы очевидцев. Там в этой книге очень аргументированно показано и доказано, где именно находится Хаджибейский замок. Также в этой книге мы показали путь авангарда Хаджибея, Дерибаса от Хаджибеевского лимана до этого самого, до замка, турецкого замка в период штурма 14 сентября 1789 года. Это самое. До сих пор, до этого периода, аргументировался маршрут авангарда Дерибаса в обход по газовому переулку и вдоль моря с выходом здесь к дворцу графа Воронцова. И штурм замка с этих обрывов, где стоит замок Воронцова. Мы показали, что да, маршрут вдоль Хаджибеевской борта проходил до Казачьей балки или до Водяной балки. В районе Ольгиевского спуска был подъем на плато. С плато в районе переулка Маяковского войска спустились в Военную балку. И в районе Строгановского моста направо, там по картам мы определили, нашли, там была нормальная, хорошая балка, которая выводила на сегодняшнюю площадь, пока еще Екатерининскую площадь. И вот с этой площади, с Екатерининской площади до Дюка де Ришелье 220 метров. Именно тот показатель, который был показан в отчетах Потемкина, в отчетах Дерибаса, в отчетах Хвостова, который именно штурмовал замок, показали маршрут авангарда Дерибаса, показали местоположение замка Хаджибея. Там много таких литературных доказательств и так далее. И последнее. В этой же книге мы показали местоположение и дали историю создания пещерных домов в Одессе. Пещерные дома были в Сухом лимане, большинство из них сохранилось в правом борту Хаджибейского, долины Хаджибейского лимана. Мы показали, кстати, локальный участок, когда обрабатывались, как обрабатывался каменоломня этого участка, и показали жизнь и быт людей в этих приустевых участках, которые были отрезаны от основных каменоломен заградительными какими-то стенками, и здесь люди жили и живут до сих пор. Там очень серьезная историческая подоплека, и спасибо за внимание, я надеюсь, я вас утомил, но не до конца. Все. Валентин Іванович, велика вам подяка за такий дуже змістовний доклад, доповідь таку. І я хочу сказати, що Валентин Іванович особисто для мене відкрився знов, я скажу, знаєте, з нового боку. Тавтологія трошки, але ж так, з нового боку. Дуже цікаво, тому що, я не знаю, тут всі зібралися, кого цікавить історія Одеси, так розумію, правильно? Такі небайдужі люди. І ви знаєте, таких лекцій замало. І те, що ви сьогодні розказали, це взагалі щось таке нове, нове в історії міста, старе, але нове. І я хотіла б, знаєте, зробити для вас сюрприз сьогодні. Ви ще не знаєте, в програму не входив, але серед нас сидить одна дуже-дуже талановита, дуже приємна жінка, яка, Галина Леонідовна, будьте так любезні, Галина Леонідівна, і знаєте, яка в неї фамілія? Дерибас! Вау! Ось, бачите? Тому сьогодні... Да, треба було більше мені Дерибаса сказати. Бачите, в нас присутня людина, яка носить таку славетну фамілію Дерибас. І я думаю, що сьогодні одна з книжок з вашим надписом буде належати і Галині Леонідівні. Обов'язково. Так? Тобто ми вітаємо таку чудову. Якщо ви хочете пару слів сказати, будь ласка. Я можу сказати пару слов. Но Валентин Иванович выпадал свою тему каменоломни водяной балкой, которая кончалась потом канавой. Эта канава протянулась до Курсах. Так вот я выросла около этой канавы и могу столько еще рассказать о подземных каменоломнях и, как у нас из погреба говорили, про минок. Я теперь только сегодня узнала, что там, оказывается, мина называлась, там, где мы прятались во время войны от бомбежек. Так я могу вам еще очень много рассказать. Мы поделимся сейчас телефонами и будем, так сказать, дружить. Так, спасибо. Я много узнала. Да, пожалуйста, Константин Константинович. А, да, еще же время вопросов и ответов, и выступлений. Да. Я, в общем-то, экспромтом, я не собирался ничего говорить, но прослушав доклад, это вот, я хочу вот на чем остановиться. Значит, по Одессе существует масса литературы по подземным выработкам, существуют они и по другим этим. Но все это касается либо взагали вообще, вот, такая тоненькая книжка описывает все на свете, либо узко специальных статей по какому-то одному. Мне очень понравился твой термин, как это, энциклопедия, потому что в России мне попадались работы, энциклопедия подземных полостей, там, Москвы вообще. А у нас этого никогда не было. Обычно у нас те, кто специалисты, они пишут, ну, как им положено специалистам, такое вот, одно, узкое. Очень узкое. А тут даже смотреть по оформлению, по объему, это собрано. Я думаю, это послужит будущим толчком для изучения какого-то детального, потому что ничего подобного, поверьте, я в этом деле всю жизнь занимаюсь. Ну, я не читал содержание, но это ж только первый том. Понятно, что здесь будет собрана масса материалов, которые послужат для будущих там полевых исследователей, ну, направляющих. Поэтому от подземников я тебе благодарю. Константин Константинович Пронин, директор подземного палеонтологического музея. Поэтому подходите, не стесняйтесь. Можно Дмитра Валентиновича запросити до нас. Ну, подойди на секундочку. Будь ласка, то ми говоримо про двох авторів, а тільки один. А ось дивіться, який спортивний, який молодий хлопчина, так? І це вже він такі книжки може. Правильно, кому-то треба в подземелье влазити. Так, ось давайте ми його привітаємо. Портрет, хто фотографує біля Володимира Петровича, таких славетних авторів наших. І пропонується так, зараз тоді вручення книжок фуршет.